Приветствую всех, Blender 2.81. Вот такая, опять же, кошка, опять же, старая анимация. И захотелось мне ее вот именно раскрасить, чтобы она, кошка, была в цвете. Что будем делать? Ну, опять же, в качестве эксперимента. Получится, не получится. Так, файл. Выделяем кошку в Object Mode. Файл, заходим, жмем экспорт, жмем, так, сохранить формат Ops. Сохраняем кошку на рабочий стол. Ну и погнали. Теперь зайдем именно в Moodbox. Не хочу его в Blender красить и так далее. Сделаем все это в Moodbox. Так, подгружаем теперь Open и открываем именно нашу кошку. Находим, где она находится. Так, рабочий стол. И находим кошка вот это вот. Внизу идет вот загрузка. Сейчас вот выскакивает вот такое окошко. Это жмем Keep Up. Подгружается наша кошка. Alt, левая кнопка мыши вертит, крутит. Alt. Правая кнопка мыши зажатый приближает, и колесико все это дело зажатое вводит. Так, ну давайте подгрузим картинку. Так, переключимся в Paint Tool. Вот включим вот этот вот Project Tom. Найдем Color и подгрузим именно картинку вот этого пса. Load. Находим, где она находится. Так, это у нас Lenovo. И находим вот эту вот кошку. Ну, можно вот этот ракурс взять. Вот он. Подгрузилось. Окошко можно увести вот так вот в бок. Так, Ctrl-Shift, переключаем клавиатуру на английский. B, английская. Так, вот подгружается Play. Все нормально. Теперь английская B. Вводим влево-вправо, приближает, больше делает кисть, меньше. M, английская. И левая кнопка мыши интенсивность уменьшает. Вот, надеюсь, вам видно. Ну, все по прошлым роликам. Так, теперь наводим на пса. И вот пробуем все это дело покрасить. Так, что тут не так? Переключимся на эту кисточку. Переключимся на Project. Смотрим, что да как. Ставим интенсивность побольше. И вот эту вот Size тоже побольше. B уменьшаем. Вот так. И попробуем красить. Вот, все, краска пошла. Покрасим сейчас пса нашего и потом попробуем подставить его именно к анимации. Заменить ту модель на эту. Так, все это дело мы красим. Можно включить по X-симметрии все это дело. Вот таким вот образом. Так, опять же Alt. Так, отводим. Alt, левая кнопка мыши. Крутим, вертим. И вот так все это дело красим. Модель немножко весит, поэтому у меня немножко подтупляет. А так здесь все красится легко. Так, смотрим, что да как. Вид сверху вот таким вот образом. Смотрим, что тут с хвостом, с задними лапами. Все покрасили. Так. Вот здесь вот так тоже это все дело красим. Цвет подбираем ей. Ну и немножко других тонов добавим. Вот так потемнее вот такой цвет выберем. И по хребту вот так вот проведем. О. Так, что еще можно сделать? Можно ее перевернуть вот так. И пузо ей
тоже потемнее сделать вот таким вот образом. Вот так вот. Ну, в принципе, неплохо покрасилось. Какие тут еще можно тона добавить? Ну вот, темно-коричневый. Так вот еще. Немножко интенсивность цвета уменьшить, чтобы чуть-чуть понемножку наносить. И вот так чуть-чуть где-то подсветлим. Вот так заднюю часть, где-то внутреннюю часть именно лап. Так, развернем. Ну и немножко с мордой поработаем. Вот так вот коричневатый сделаем. Лапы чуть-чуть покоричневатее. И теперь так глаза не буду делать, потому что их нет. Ну и черный цвет возьмем. Би английская. Так, смотрим, что тут да как. Уменьшаем поменьше. И симметрию теперь отключаем, потому что модель несимметричная. И вот так чуть-чуть нос сделаем потемнее. Ну и глаза так для прикола чуть-чуть затеним. Вот так. Собака Баскервилей. Вот таким вот образом. Ну и красный цвет можно выбрать. Так, это можно подгрузить в другую теперь картинку. Опять же, ракурсы запастись надо. И вот теперь выбираем вот красный цвет. Alt. Вот так вот левой кнопкой мыши перекручиваем. Ближе правой кнопкой мыши подставляем, колесиком зажатым все это дело перекручиваем. Ну и вот так вот поставим. Так, красный цвет включим. И вот так вот где-то потихоньку там внутри прорисуем. Вот так. Ну и зараз тогда уже белый цвет и клыки немножко преобразим. Опять же, би поменьше кисточку. Вот так вот. Ну и альт левая кнопка мыши. Колесико, левая кнопка мыши. Вот так вот ставим. И попробуем немножко вот так вот зубы еще с другой стороны подкрасить. Так, следом находим вот здесь, какие тона вы выбирали, они отмечаются в верхней вот этой полосе. Находим красный цвет и вот красным цветом уже докорректируем именно пасть. Ну, где-то вот такой вот вышел. Все, без выедрежей, простенькая такая раскраска для процесса, для понимания. Все, жмем Done, и теперь находим вот эту Layer, верхнюю вкладку, нажимаем, вот Paint Layer есть, правой кнопкой мыши щелчок, и находим Export Selected. Сейчас мы сохраним развертку. Развертка PNG формат, можно сохранить в JPEG. Вот давайте в JPEG, сохранить на рабочий стол. У меня просто название я не меняю, чтобы потом лишние файлы не появлялись. Ну, какие нужны, какие не нужны, не переименовываем. Так, развертка есть, надо теперь сохранить модель. Модель сохраняется в характерах вот здесь, и находим именно вот этот mesh файл и жмем Export Selected. Так, ну здесь можно переименовать. Так, назовем давайте Лев. Так, Лев. Все, сохранение прошло. Ну и погнали теперь в блендер. Заходим в блендер. Вот эту кошку. Вот когда вы ее копируете, чтобы она именно в этой позе и оставалась, чтобы не менять. Вот теперь эту кошку мы delete, удаляем. Остаются только кости. И теперь файл
Так, импорт. Жмем Warframe, Wavefront, пардон. И находим вот эту кошку. Так, файл. Десктоп. Находим название кошка. Так, лев, вот он, импорт. Подгружается сейчас, посмотрим, как она станет. Я это не делал никогда. Во. И на место все это дело, надеюсь, стало. Ну, дай бог, чтобы без казусов. Так, смотрим, что да как. Вроде куб стал. Поднимать не надо. Ну, сейчас объединим опять вот эту вот кошку с костями. Это получается, выделяем кошку, Shift, жмем на кости и жмем теперь Ctrl-P и Automatic Widget. Вот так вот. Ну вот, кошка встала. И давайте посмотрим, теперь зайдем так, в шейдинги. И посмотрим, как тут да что. Хорошо это, конечно, делать до анимации. Но просто я времени не захотел пока тратить для понимания. И на этот же каркас все это дело прилепил. А так, по-хорошему, надо сразу делать модель, потом делать ретопологию, потом покраска, развертка. Развертка, пардон, потом покраска, потом уже кости вставляете и так далее. Нажимаем на модель, появляется вот такая вот, вот такие вот вкладки. Жмем теперь Ctrl-T. Еще появляются вот дополнительные вот эти вот окошки. И вот находим вот эти окна Image Texture и Open. Добавляем теперь вот эту развертку. Так, десктоп, рабочий стол. Что-то стало вылетать у меня. Так, десктоп. И находим вот эту развертку. Вот развертка 3. Так, open image. Она подгружается, и теперь вот здесь вот еще одна вкладка, вот это вот Image Texture, и вот в нее тоже подгружаем эту же развертку. Десктоп, опять же, не знаю, правильно это или нет, но будем смотреть результат. Так, смотрим, что да как. Ну, вот такая раскраска. Вот рот красный. Цвет просто другой стал. Так, это окошко, по-моему, нам не надо. Второе. Ну, что-то в этом духе получилось. Потом уже в следующих роликах буду разбираться вот этими шейдерами. Будем смотреть, что тут да как. Заходим теперь в анимацию. И нажимаем рендер вот этот. Так, а этот, если нажать. Ну вот, нормально. Пес уже раскрашен, уже симпатично. Вот такой у него цвет. Вот так он выглядит. И вот так он бегает. Так, смотрим теперь рендер. Находим вот эту вкладку. Так, по-моему, вот эта вкладка. Render Properties. Так, вот это. Вот вкладка.
All Prod Properties и нажимаем темп и находим, куда сохранять, допустим, рабочий стол, да? Нажимаем на десктоп и жмем Accept. Вот теперь она будет на рабочий стол сохранять. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас тут с камерой. Заходим, находим камеру, вот эту. Ставим вот таким вот образом. Так, семерка на нампаде. Теперь находим. Так, жмем R. Чуть-чуть ее перекручиваем. И жмем G. Подставляем вот сюда. Вот так. И немножко S. Прибавляем. Вот так. Тройка на нампаде. Жмем теперь R. Немножко перекручиваем. И G немножко опускаем. Вот так вот. Жмем 0 на нампаде. И G подкорректируем вид. Вот так вот. Ну, нормально. Тут уже потом нужно с камерами работать. Ну, не суть вопроса. Так, смотрим 0 на нампаде. Убираем. Семерка на нампаде. И немножко R перекручиваем вот так вот. И G ставим сбоку. Вот таким вот образом. Вот так вот. Ну все, вот теперь можно делать рендер. Рендер и рендер image. Ну вот такая вот получилась кошка. Еще нужно со светом поработать. Много всяких причиндал тут добавить. Ну, главное, что кошка раскрашена. Вот такой вот эксперимент. Все, теперь я эту кошку уже буду удалять. Все старые анимации, которые я делал, и эксперименты, все файлы удаляю, чтобы не захламлять ноутбук. И будем уже в следующий раз делать модель от начала до конца. Именно модель, потом развертка, покраска и анимация. Все, всем пока, до свидания.